Победы над фашизмом православные люди в те майские дни 1945 года испытывали духовную радость праздника воскресенья и многие другие. У нас сегодня большая радость. Борис Григорьевич Криницын посетил наш фестиваль. Спасибо вам за внимание. От лица нашего храма в честь иконы Божьей Матери Умиления мы дарим вам нашу соборную икону. Oh,
А я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смело, одним движением, так учили нас, одним движением жалость. Но, встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перики слила, пытаясь отмочить его без боли. А фельдшерица становилась зла и повторяла: «Горе мне с тобою, так с каждым церемонится беда, да и ему лишь прибавляешь муки. Но раненые метили всегда попасть в майны медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь ты, как жалко, что науки доброты нельзя по книжкам научиться в школе». На сцену приглашается участник фестиваля, хор учащихся воскресной школы храма Сретения Господня и детской музыкальной школы номер 8 под руководством Елены Анатольевны Меженевской. «Вечный огонь». Музыка Комаркова, слова Рябцева. Ну что, Елена Господня, а почему школа 8?